В области введены в эксплуатацию 16 радиотелевизионных станций. Население региона таким образом получает возможность смотреть на высоком цифровом уровне 11 отечественных телеканалов. 5 станций нового поколения установлены в Жанакурганском районе, по 4 в Аральском и Крамакшинском районах и по 1 в Жалагарском, Казалинском, Щелийском районах. На сегодня в регионе цифровым эфирным вещанием охвачен 81% населения, а это 183 населенных пункта, где проживает 551 тысяча человек. К 2022 году охват цифровым эфирным телевидением составит 91%.